Деловая молодежь Сургутского района ищет свой путь к успеху. Накануне завершился муниципальный этап финала окружного конкурса молодежных бизнес-проектов. Финалисты защищали свои работы перед экспертным советом, после чего состоялась церемония награждения победителей викторины. Они были сродни студентам на экзамене. Предмет сдачи один – бизнес. Разные только способы подачи предложений, от которых экзаменаторы в большинстве своем действующие предприниматели не смогли бы отказаться. Мы предоставляем весь комплекс услуг по проведению маркетинговых и социологических исследований. Мы находимся значительно ближе к клиенту, чем наши конкуренты. Качество наших услуг намного выше предложенных на рынке. Финалист-участник конкурса «Путь к успеху» Александр Лешков в своем проекте «Центр маркетинговых и социологических исследований» предлагает профессиональный мониторинг конъюнктуры рынка. Стоит отметить, Александр не новичок в предпринимательском деле. Ему уже приходилось сталкиваться с трудностями. То есть мы сейчас отказались от выполнения опроса в Нефтеюганске. Это тоже порядка 1100 анкет. Это еще один полумиллионный контракт только из-за того, что у нас нет молодежи, которая смогла бы действительно это опросить. Сам конкурс стартовал в марте 2013 года. В нем участвовало 17 человек. Путь к успеху слагался из отборочного этапа образовательных и деловых мероприятий. Но самое главное – это работа над своими проектами с перспективой создания собственного дела. На суд экспертного совета выносились такие проекты, как изготовление домов из оцилиндрованного бревна и производство дров, проект «Таежные разносолы Дары Тайги», IT-аутсорсинг и другие. Финалистов и участников конкурса поздравили глава района и прошлогодний конкурсант, а ныне успешный бизнесмены. Мы знаем, что общество развивается путем изменения стереотипов, изменения социальных отношений, каких-то технических решений. Всегда находятся люди, новаторы, которые меняют существо дела, меняют устоявшуюся, возможно, хорошо работающую систему. Проблема, она всегда решаема. И вы, если будете смотреть на нее в объеме, вы удивитесь, как множество, может быть, вариантов решения той или иной ситуации. 6 победителей получили гранты по 300 тысяч рублей, в том числе один грант от Сургутского района и 5 грантов от Фонда поддержки предпринимательства Югры. Андрей Родионов, Матвей Ященко, Александр Бабаев, телерадиокомпания «Север».